Воскресенье. Греческая площадь. Буквально через полчаса здесь пройдет самая яркая, в прямом смысле слова, битва. Краску для фестиваля продают прямо на месте. 45 гривен за 100-граммовый пакетик с цветным порошком. За яркими упаковками выстроилась целая очередь. Желающих поучаствовать много. Организаторы уверяют, это пищевой краситель. Для людей он безопасен и легко отстирывается. Главное, не дать ему высохнуть на мокрой одежде. А это индийский фестиваль, в котором люди, когда кидают подобную пищевую краску, они выплескивают в эту краску всю свою злобу, весь свой негатив. Эта краска сделана на основе пищевых красителей, она абсолютно безопасна при попадании в глаза, в уши, в нос, в дыхательные пути, в пищевод, абсолютно безвредная. Когда все вооружились краской, организаторы дают старт. Феерия цвета начинается. Одного пакетика хватает примерно на 5-6 бросков, но этого достаточно, чтобы раскрасить и себя, и соседей. Участники в восторге. Это весело, это много позитивного настроения и главное, что много никто эмоций. Не обижается, когда ты кидаешь. Я тут второй раз и могу сказать, что группа предупреждает о том, какую одежду надевать, то есть какую снимать, какую ткань. Одесситка Алина пришла на греческую площадь в свадебном платье. Говорит, давно хотела поучаствовать в фестивале красок. Необычный наряд выбрала специально. А что его хранить? Оно же просто так лежать не будет. Вышла когда-то замуж, а платье осталось, вот и все. Оно лежало. Я давно хотела на этот фестиваль попасть. Весело, классно, много народу, позитивно. Уже через полчаса несколько сотен участников были раскрашены до неузнаваемости. Краска закончилась, но праздник продолжился. На Греческой площади устроили дискотеку и флешмоб. Фестиваль красок – это уникальная возможность окунуться в мир детства. Для вас в мероприятии участвовали Ольга Дунская, Олег Шпак, Первый городской.